Добрый вечер. Тут нам дети на 45 лет юбилея свадьбы подарили вот такое чудо. Называется он Манфред. Это такой, значит, у нас тост 3 в 1. Здесь можно, значит, поджарить тосты. Есть такая мини-сковородочка, на которой можно поджарить яичницу. Есть вот такие дополнительные емкости, которые можно, значит, овощи на пару сделать. Сварить можно яички любой, значит, плотности. Можно в смяточку, можно в крутую. Вот. Есть такая вот еще емкость, которая, значит, для паровых котлеток. Ну, нам на двоих, например, очень даже хорошо по штучке для завтрака. Здесь не надо включать плиту. Все, здесь можно сделать в одном месте. Достаточно ее включить, чтобы прогрелась сковородочка. Ну, тосты я не купила, к сожалению. Потом воспользуемся обычным хлебушком. Я думаю, что он справится и с этой задачей. Вот. Загорелась лампочка. Там процесс идет. Здесь лампочки горят. Здесь, значит, все погрелось. Значит, можно взять и попробовать сделать яичко. Сейчас мы это дело попробуем. Масло я не стала добавлять. Ну, соль, конечно, добавлю. Вот. Ну, посмотрим теперь, что будет у нас здесь. Ну вот уже даже процесс пошел, уже нагрелась сковородочка, яичко уже жарится, тосты пекутся. Ну прям красота, осталось только нажать на кнопочку чайника, и можно сказать, что через 5 минут завтрак будет готов. Вот. Сейчас подождем немножечко, пока у нас яичко запечется. Хорошая штука, очень красивый такой, красненький. И у нас кухня маленькая, но для него место очень даже под микроволновочкой уместилось, и все замечательно. Будет, надеюсь, нам служить верой и правдой. Вот уже получается все практически готово. Еще немножечко, а то нет. Так. Ну вот, чайник вскипел. Пар уже пошел, значит, процесс тоже идет. Достаточно тепло. О, сработал наш тост. Поскольку у меня обычный хлебушек, доставать его не очень удобно. Но я думаю, что все это будет замечательно. Так, для яичка здесь есть такая вот еще лопаточка. Погасла лампочка, значит, процесс нагрева сковородки закончился, яичко уже закончился. Мы можем его выключить, и практически уже можно его снять, положить на тарелочку, и можно завтракать. Всем спасибо, я очень довольна покупкой, всего доброго.